Торжественное открытие мероприятия начнется у стелы «Город воинской славы» в 10 часов. Там же будет отмечен старт и финиш. Команды из общеобразовательных и спортивных школ Анапы, студенты высших учебных заведений, а также жители и гости города-курорта пробегут почти 4 километра. Принять участие в эстафете приглашаются все желающие. В этом году мы ожидаем большее количество, потому что поставлена определенная задача, потому что привлечь как можно больше населения в данных соревнованиях. Конечно, это мероприятие, оно у нас популяризация не только спортивных мероприятий, но и именно патриотического воспитания. Патриотическое воспитание молодежи, где мы их соприкасаем с историческими, в общем-то, данными, что наши спортсмены Великую Отечественную войну также сражались в боях, выполняли боевую задачу, в общем, которые достойны уважения и памяти. В связи с проведением мероприятия 6 мая с 7 до 15 часов будет временно прекращено движение всех транспортных средств. Частично по улице Ленина, Пушкина, Горького, а также на части улицы Черноморская и проспекта Революции.